Рустам Миниханов встретился с руководством машиностроительной компании «Махиндра». Встреча прошла в рамках рабочей поездки президента в Индию. Обсудили варианты развития сотрудничества в сфере производства сельхозтехники. Ситуация в Сирии не повлияет на безопасность передвижения татарстанских паломников. Об этом заявили представители хадж-оператора. По словам директора компании, самолеты не пролетают над Сирией. Ради бездомных животных Минстрой России запретит замуровывать подвалы. О внесении поправок в правила эксплуатации жилфонда сообщил замминистра строительства и ЖКХ России. Он напомнил, что такие отверстия необходимы и для воздухообмена.